Прежде всего, надо сообщить главное – Христос воскресе. Затем можно переходить к нашим малым делам. Тема наша – не технологии вовсе, а изменение человека при его взаимодействии с технологиями. В практиках выхода и погружения в виртуальную реальность происходит смена конституции человека, смена антропологической формации. Церковь должна осознать, что технологические средства взаимного общения не невинны, но крайне опасны. Информационный прогресс сопровождается антропологической деградацией, появлением антилествицы. И миссия людей церкви ясна. Привлекая на помощь весь опыт райской лествицы, мы должны сдерживать и в меру сил наших не допускать строительства антилествицы. Мы должны, никак не отвергая виртуального общения, развивать христианские ноу-хау, как переводить это общение в поле кризис, в поле благого пользования.